Короче, вечер, и я гуляю. Короче, пошла пиццу взять. Там очередь, представляете? Очередь, сказали через 40 минут приходить. Ну, не оплатила. Хочу пиццу. Завтра, наверное, уже Дима домой придет. И потом я уже не скоро ее попробую. Так красиво, смотрите. Пошла сейчас в другой магазин. Хочу купить язычки. Наверное, язычки купить. Вечером красиво. Блин, 40 минут, офигеть. Надо было мне сначала пойти пиццу заказать, если бы я знала. А потом перекресток пойти. Не спеша походить. Первый раз такое. Ну ладно, чё ж. Деревья там, кстати, мы с вами вчера проходили здесь. Деревья красивые. Там купила покупки. Сейчас еще с вами будем делать обзор покупок. Что же я купила в перекрестке? Еще пятерочки была. Но пятерочки не записала. Только перекресток. Посмотрим, что там. Да, Туська купила. Вкусненькое такое. Ням-ням. Фонарь светит. Красиво. Сколько лет живу, хожу здесь мимо, а тут, представляете, не фокусирует, магазин, оказывается, стоит, тут вот рынок, самый обычный продовольственный магазин, ну как продуктовый магазин, и женщина злая, я тут 6 лет, ой, 6 утра сижу, а вы не знаете, что тут магазин есть. Я говорю, я не выхожу в 6 утра на улицу. Ой. Кто там? Все хожу. 10 минут только прошло. Еще полчаса ходить. Все хожу, хожу, хожу. По темноте тут. Думаю, куда бы еще забрести. У меня же рюкзак битком полный. Язычки купила. Все дома покажу. Вот еще. Все хожу. Так, вот я и дома. Наконец-то. Я еще купила пиццу. Пиццу я, конечно, уже слопала. Не стала вам ее показывать, потому что вы ее видели вчера. Так, и у нас с вами обзор покупок. Купила я вот такое вот, смотрите, увлажняющее жидкое мыло. 98 рублей всего, здесь целый литр, представляете? У мамы точно такой же. Вот я вчера была у мамы. Ароматно пахнет, он обалденный просто. И всего 98 рублей за целый литр. То есть вот написано 1000 миллилитров, 1 литр. Обалденно, мне прям он очень-очень понравился. Еще был с ароматом алоэ. Вот. Такой хорошенький, большой такой, классный, красивенький. Они бывают, кстати, разных ароматов, потому что я вспоминаю, у мамы еще были другие. Так, купила вот такой вот гель для подмывания младенцев. Это я себе такие покупаю. Дима у меня полностью моется, а я вот себе. Вот стоил 147, что ли, рублей, где-то так. У них упаковка, кстати, поменялась. Очень классно, прям мне очень нравится, очень подходит. Вот. Также купила такие вкусняшки. Это я купила себе, потому что у Димы есть... Мишки, они с этими, с витаминами. А он кушает, мне тоже хочется. Тоже сразу начинает хотеться какого-нибудь съесть мишку. Вот, чтобы мне не хотелось, я купила. Они где-то 16 и 17 рублей стоили. Так, это у нас с вами был первый магазин. Не во всех магазинах я снимала. В принципе, вы увидите. Там я в перекрестке только засняла, по-моему. И все, по-моему, только в перекрестке.
Так, в Пятерочке я побыла. В Пятерочке я купила мандарины с листочками, стоили 170 рублей. И на кассе еще мне женщина говорит: мандарины стоят 170 рублей, вы знаете? Я такая: ну да. Говорю: хорошо. И такая думаю, что она мне сказала. Ощущение было, знаете, как будто я старенькая такая бабушка. Как будто пенсия у меня маленькая-маленькая-маленькая. И мне так говорят: вы знаете, мандарины стоят 1000 рублей. И бабушка так: что? 1000? Да у меня же пенсия всего 3000. Вы что, офигели, что ли? Вот было вот такое вот честное ощущение. Думаю, ну ладно, что ж, ну 170, так 170, ладно, что. Вот, попробуем. Попробуем их, какие они на вкус, с листочками. Так, купила я манго. Манго у меня вышел около 150 рублей. Решила попробовать вместе с вами. Что это такое? Я долго выбирала. Есть зеленые и есть красные. Есть вот, вот этот был прям классный, такой красивый, а другие какие-то они не очень. Я подумала, что, может быть, внутри них, раз он такой огромный, может быть, есть косточка большая, которую можно посадить, как у авокадушки. Вот, хочу попробовать, и потом я еще хочу оставить его Димочке. Димочка тоже попробует. Вот. Так, купила шоколадку Несквик. Такая вот. Не знаю, была она на обзоре или нет. Вот, купила еще вот такие вот живинка. Я помню, что я много лет назад такие пробовала. Мне они просто безумно понравились. Но где-то найти и купить их я так и не смогла. Не знаю, те ли это конфеты или не те. С начинкой, со вкусом. Они со вкусом арбуза. Блин, я сегодня шла про себя и думала, вот бы сейчас арбуз купить. Блин, хочу арбуз. Я каждый год не наедаюсь арбузом. Каждый год. Так, сейчас посмотрим. Так, а что у нас там по составу-то? Ну, по составу-то вон чего там. Арбузиком запахло. Она мягенькая такая. Чуть-чуть там. Видно, красненький арбуз и зеленая кожура. Типа как будто. Сейчас попробуем. Ничего, кстати, вкусно. Вкус напоминает действительно вкус арбуза. Такая она мягкая, жуется долго. Классно, можно еще купить. Она как раз была, кстати, по акции. Так, сейчас посмотрим. Нет, давайте я сама посмотрю лучше. Так, мандарины, да. 170, но вышло чуть меньше. Авокадо 116. Так, Несквик, шоколадка 50 рублей. Конфеты, живинка 70 рублей. А, ну вот, на них была акция 70 рублей. Так. А, и наггетсы 126 рублей. Наггетсы еще. Я помню, что я что-то еще брала. Но они, наверное, конечно, растаяли, пока я ходила. Мне очень сильно захотелось наггетсов. Я очень сильно хочу картошку фри. Но я не хочу идти в магазин или кафе. Вот, короче, так. Я решила купить. Их только... А готовый продукт, вот написано. Их только разморозить и все. Вот, только разогреть. То есть бывают разные. Есть, которые жарить надо. А мне так лень, честно. Мне хочется вот достать, положить в микроволновку. Так, и все. А, какие бывают? Круглые, кстати, я не видела ни разу. Такие вот еще видела. Вот, то есть еще наггетсы у нас с вами. Так, пока я здесь, я не ушла еще. Подождите, я сейчас мандарин с вами попробую. С листочками. Такие вот листочки, честно говоря, это неудобно. Я когда складывала в мешок, я думаю, сейчас мешок порвет. Думаю, у меня там порвется, нафиг все разлетится. По всему магазину. Почему их нельзя... А, блин, за эти листочки я еще и плачу. Представляете? Я еще за них плачу, надо их это помыть. Может быть, их засушить. Кстати, узнаем заодно листочки мандарины какие. Очень плотные, кстати, даже. Я так хотела оторвать их именно в магазине, но думаю, ладно, дома попробую. А что самое интересное, листочки-то они не желтеют, не сухеют. То есть они питаются от самого мандарина. Кстати, мандарины я всегда беру, вот, проверяю, но как бы как в коробочке мандарин как будто лежит такой вот. Сейчас попробуем. Такие они вот крупные. Она, кстати, и чистится хорошо, такие вот. Когда по ощущениям, как будто они в коробочке. Они сладкие должны быть. Не знаю, за 168 рублей. Какие они будут.
И, кстати, пятерочка самая дорогая, как выяснилось. В перекрестке мандарин гораздо дешевле. Так, они такие вот. Давайте с вами сейчас попробуем. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Холодные они, правда. Но они вкусные, кстати. Либо после шоколадки вот это, они не очень сладкие. Либо они просто не очень сладкие. Но они вкусные. Такие прикольные. Давайте, пока я здесь, мы с вами попробуем еще и манго. Мне очень хочется его попробовать вместе с вами. У нас обзор с вами еще не закончился. Еще у нас там несколько продуктов из перекрестка. И там еще я где-то была. Но я хочу вместе с вами попробовать авокадо. Интересно, или смотрите. Давайте сначала в обзор покупок. Давайте сначала обзор покупок, а потом авокадо попробуем. Вам будет это интереснее, может быть. Может быть, вы до конца досмотрите все-таки. Так, у нас следующий обзор — это перекрестки я была. Я не пью всякое вот такое вот. Но иногда я должна себя побаловать. И, кстати, я считаю, что девушки должны себя баловать всякой вот такой вот фигней. Просто им становится потом легче. Просто не впадаешь в депрессию, там не думаешь, а почему я не могу купить. Все вот пьют, а я не могу. Там вот что-то такое вот. Пепси, кстати, вот такую стеклянную бутылку я еще ни разу не пробовала. Вот. А состав? Стоила она где-то около 50 рублей. Ай, я не могу ее открыть. А она не поворачивается? А, она не поворачивается, что ли? А я еще стояла, думала, брать или не брать мне ее. Смотрю, я прям стрелочку увидела. Блин, у меня открывашки нету, наверное. О, у меня вот такой старый ножик есть. Им, кстати, капусту чистить очень удобно. Блин, а я такие не открывала ни разу. А у меня получится? А, кошмар. Он отлетает классно. Стакан. Вы его не видите просто, но это стакан. Вот как хотела сказать. Как, знаете, Новый год. А звук какой. Иногда, короче, хочется мне себя таким побаловать. Какой-нибудь такой какой. Она еще и закрылась. Ну, на вкус, знаете, пепси-кола, кока-кола. Но отличается. Кока-кола более сладкая, а пепси-кола, она более не сладкая. Ну, что-то такое вот. В принципе, так. Довольно вкусно. Она такая сильно газированная. Меньше сладкая, она, знаете, по вкусу больше напоминает, как в кафе, когда приходишь, в Макдональдс, например, заказываешь кока-колу, а тебе дают как будто кока-колу, разведенную с водой. Вот это вот, кстати, вот точно так же похоже очень. Также, конечно, в перекрестке я купила, опять же, мандарины. И уже в перекрестке я знала то, что я буду делать. А вместе с вами большой обзор. Не знаю, сколько минут это все затянется. Вот, но я надеюсь, что вы досмотрите. Здесь вот уже мандарины... 109 рублей за килограмм. То есть, представляете, за килограмм 109. А там было в пятерочке 160, 170 рублей за килограмм. 170, а тут 109. Тут они уже большие такие мандарины, как я, в принципе, всегда и... Блин, я же завязывалась в пакет. Почему не развязывается? А? Вот, в принципе, вот такие вот я всегда покупаю. Вот они, чувствуются, что он... Такой в коробочке в какой. Сейчас попробуем. И, соответственно, он, конечно, хорошо чистится. Ну, тот прям хорошо открылся такой. Этот не так чистится, кстати, хорошо. Перекрестки всегда хорошие мандарины, они всегда дешевы. И, честно говоря, я в последнее время замечаю, что... А, никак. Что в перекрестке... продукты дешевле, чем в пятерочке. Ну, например, курица, вот. Перекрестки дешевле. Лавровый листочек. Вот мандарины, вот, пожалуйста, те же самые.
акций там много, и баллы начисляют. Там, если начисляют баллы, то у тебя там, если сколько-то начислено, то это 60 рублей. Они как пятерочки означают, что это 6 рублей. То есть там, допустим, 300 бонусов, к примеру, да, а перекрестки это 30 рублей. А в пятерочке это, по-моему, 3 рубля. Чтобы, короче, набрать 100 рублей у них там пятерочки, нужно, чтобы было 1000 бонусов. По-моему, как-то так. Не помню, короче, по-моему, какая-то такая фигня. И сегодня мне даже бонусы отказались снимать. Говорит, у меня не получается у меня снимать бонусы. Не знаю, не знаю. Блин, думаю. Такие вот они. Давайте попробуем после кока-колы. Теперь попробуем перед кока-колой, после. Кстати, они по цвету различаются. Этот оранжевый, а этот больше желтый. Оранжевый. По вкусу, мне кажется, они одинаковые. Хотя выглядит этот вот и этот. Выглядит по-разному, но они по вкусу похожи. Угу. Не знаю, короче. Так. Это отодвигаем. И, соответственно, я взяла еще и мандарины в перекрестке. Еще одни. 70 рублей за килограмм. То есть мандарины еще дешевле. О, порвалась этикетка. И они уже вот такие вот маленькие, желтенькие такие, своеобразные. То есть, да, у нас с вами получается, смотрите, те вот эти вот огромные, большущие. Здесь с листочками, там средненькие. А это уже маленькие. Они тоже, кстати, кажутся, как будто они в коробочке в такой вот. Есть ощущение. Сейчас я его помою. Так, чистим. Опа. Мне надо ногти отращивать побольше. Да уже скоро Новый год, а апельсины чистить неудобно. Мандарин, вернее. Там, кстати, да, апельсины. Думала-то я об апельсине сейчас. Апельсины там продаются. Перекрестки. У них прям корочка, вот так по корочке, полосочки. Ощущение, как будто специально сделано, чтобы человек знал, где отрезать, где правильно отрезать. Есть оранжевые. Смотрим по цвету. По-моему, подходит по цвету. Такие. Они все холодные почему-то. На улице холодно. Уже лежат давно у меня дома вроде. Пробуем. Эти, кстати, повкуснее. Они немножечко послаще. Но, кстати, кислинка немножечко есть. И у этих вот, и тех, мне кажется, немножечко, может быть, еще рановато. Сейчас я записываю. У нас середина последнего месяца осени. Поэтому, может быть, рановато. Но пока этот ролик выйдет, наверное, уже наступит Новый год. Так, смотрим дальше, что я брала. Что я еще взяла-то, господи. А, лимон взяла. Ну, лимон я без вас буду пробовать. Лимон я взяла на пробу, потому что килограмм лимона, там сейчас находится акция на 100 рублей за килограмм лимона. И я подумала, почему бы не посушить, потому что сушеные лимоны, сейчас уже начала пользоваться ими. То есть, блин, мне удобно так. Вот. Но мне кажется, он тонкокорый, а вот тонкокорый, как раз вот такие глазки, они, по-моему, не очень. Гораздо лучше, когда я толстокорый, я люблю, и такой он пупырчатый. Такой, не знаю. Это я уже без вас буду пробовать. Это уже все, это обойдется. Так, нац. Новый какой-то беленький пришел. Едите он, нац, а нац, вати, вачу, паша, паша. Так, и Орео. Орео это у нас с вами пойдет уже на обзор. Там я покупала в фикс прайсе трио. Вот. Короче, как-то там. Трио. Не могу, короче, это выговорить. Как колпак под колпаком, да? Вот скажите быстро. Вот, а это Орео. Короче, я хочу их вдвоем сравнить на камеру. Насколько они отличаются, насколько какой вкуснее. Я это купила за 24 рубля, маленький такой, компактненький. Ну, так вот чисто. Я уже пробовала, на них уже, кстати, обзор был. Так, и у нас нац, нац, нац. 60 грамм. Какой-то, да, я показала. Я так подумала, что он белый. А, ты два, вау. Потому что, кстати, два это очень удобно. Два наца. Сейчас я его попробую. Вот так он выглядит.
Довольно, кстати, вкусные, попадаются прям цельные орешки. Ощущение, как будто эти орешки были у меня уже во рту, и они прям такие голые были. То есть без всякой, не знаю, как будто они отдельно там были где-то. Но вкусно, кстати, с белым шоколадом такое. Люблю всякие такие вот необычные, нестандартные вещички у обычных производителей. То есть, в принципе, они бывают только под Новый год, видимо, не особо пользуются спросом. Так, что еще купила? А, не обошла я, конечно, еще и кулинарию. Купила на пробу вот такую вот. 24 рубля она стоила, не знаю, что это. Черная смородина, какая-то булочка. Люблю я такие булочки. Ну, в принципе, я люблю булочки, но я не люблю чисто просто хлеб. И купила я вот такую вот плетенку подгорелую. Я очень люблю поджаристое, подгорелое все. Так она выглядит. Она там мясная с чем-то. Блин, короче, она очень вкусная. Она просто обалденная. Мы когда с ребенком в больнице лежали, мама такие вот приносила. Они тоже там что-то, она недорого стоит. Но единственное, кстати, небольшой минус, то, что вот такая вот упаковка, она вот не до конца. Она остается у вас все равно голая. То есть вот она. Ее, конечно, можно так открыть, съесть. Купил и съел сразу, но она остается голая. Это минус большой. Как-то стрёмно вот так вот. Допустим, если чей-нибудь муж, то он может спокойно не положить еще один пакет и принести вам, как она была. По дороге она у него где-нибудь выпадет, на кассе там голышом полежит, да? Потом на пол там где-нибудь шлепнется, может быть, еще как-то это неудобно. Так, и, конечно, я была в магазине мясном. Здесь я купила язычки. Но языки я не буду вам показывать. Это свиные язычки. Вышли они у меня в 400 рублей. Можно, кстати, что-то видно. Очень люблю языки. Не знаю, напишите в комментариях, есть ли такие люди, которые не любят языки. Едят мясо, например, но языки не любят. Мне кажется, языки вот любят абсолютно все. Мне кажется, языки это вот как красная икра. И черная икра. И красная рыба, кстати. Это что-то такое деликатес, который всегда стоит дорого, и все его любят, обожают и готовы есть каждый день. Как пиццу, например. Так, и последняя наша покупка. Это я была в отделе сладкого. Странная, конечно, там женщина такая была. Пока я стояла, выбирала, она прям в упор просто на меня смотрела. У меня прям ощущение было непонятное. Какое-то. Когда я повернула голову в надежде еще сейчас что-то сказать, она просто смотрит на меня в упор. В другой магазин пошла, там женщина на меня наорала просто. Я сказала, что я не знала, что здесь находится магазин, и зашла посмотреть. Любопытно, что же продается в этом магазине. Она мне сказала, вот я там, ну так со злобой, знаете, я с 6 утра здесь работаю, и вы меня что, не видели, что ни разу? Там, вот что-то, там что-то, знаете, вот такое вот прям, ух, кулаками аж махать хотелось. Я говорю, так я говорю, не гуляю здесь с 6 утра-то. Я говорю, редко выхожу на улицу, тем более вечером, ну, когда темно, то есть, чтобы увидеть магазин-то этот. Блин, это было так обидно, я развернулась, просто ушла. Ничего не стала даже. Ну, я не планировала покупать особо. Вот. А это вот в другом, там тоже странно. Здесь должно быть птичье молоко. А такие, похожие, я покупала в Ашане. Но до Ашана, я чувствую, доберусь через пару лет только. Вот. Там назывался он птичий домик, а здесь как-то по-другому, я не помню. Вот, давайте с вами попробуем, что это такое. Вышло у меня на 141 рубль. Сейчас там еще одна штучка покажу. Мало похоже на птичье молоко. Может, оно потеплеть должно немножко. Больше похоже на как будто творог сделали сухим. И не знаю, короче, похоже на какой-то химический состав. Подобие птичьего молока. Что-то совсем такое не то. Не похоже. А птичье молоко, оно более такое нежное, такое, такое спокойное. Как я люблю это говорить. Такое что-то. А это что-то другое явно. Не знаю, попробую потом еще. Так, следующие у нас вот такие вот. Такие я уже брала. Вот они вместе вышли на 141 рубль у меня. У меня карта расплачивалась. Это уже мне в телефоне пришло, что там вышло. Так они выглядят. Они, короче, как типа... А, наполеончики. Наполеон на палочке, что ли, по-моему. Что-то такое.
Ай, не ломается. Придется кусать. Ладно, сейчас откушу. Ну так они будут. Невкусные. У него палочка очень толстая и мало крема. На вид это незаметно. Несколько лет назад я такие брала, мама мне покупала. Они были обалденно вкусные, очень много крема было. Такие прям вкусные. А вот это вот ощущение, как будто они лежали где-то во влажном месте. И сама палочка, она очень сильно влажная и мало крема. Но мы покупали такие же, только в другом магазине. Не знаю, может, они уже и поменялись. Надо было две штуки брать. Ну ладно. Так, что еще у нас там? А, у нас осталась еще шоколадка с вами. И манго. Хотя, честно говоря, я уже наелась. Но шоколадку я с вами попробую. Вы же хотели массовый обзор? Вот он будет вам массовый. Вот так это выглядит. Кстати, красиво. Похож на надувной матрас. Да? Шоколадного цвета. С надписью Nesquik. Nesquik. Ой, сразу две сломала. Оба. Тоненький, больно. Оба. О, смотрите-ка, крема много. Не крема, а этой начинки. Прям много. Nesquik умеет делать. Сладкое, но не приторное, но очень вкусный. Со вкусом молока, по-моему. Молоко ощущается. Вкусный Nesquik. Такой прям. Понравился мне. Так, ну и заключительное у нас с вами уже скоро будем прощаться. У нас получился очень длинный, наверное, ролик. Вот у нас, кстати, голд золотой. Бразилиан мангос. Кстати, там, когда я покупала, с одной стороны вот были зеленые, я, да, говорила, там ценник висел манго. А с другой стороны красный, там ценника не было. Я думаю, а вдруг это не манго? Думаю, что делать, как определить ты его? А вот тут написано вон, Бразилия манго. Где там, не фокусирует. Короче, там написано. Ладно, подумать. Как вы думаете, какого цвета должен быть манго? Вопрос на засыпку. Насколько я помню, нежно-оранжевого. Нет, не желтый. Оранжевый, по-моему, должен быть. Что, режем? Пробуем? Будем с вами пробовать. Вы готовы? А вы напишите мне в комментариях, какого цвета бывает манго. Пишите пока. Надо было это раньше написать, ну ладно. Ой, он режется тяжело. Я думала, он спелый. Запах зелени сладкой. И на вкус, кстати, просто какая-то сладкая зелень. Зря купила большой. Мне теперь интересно, что ж там такое большое. Странная кость такая. Нет, я хочу кость теперь. Угу.
они это едят. Как они это режут, самое главное. Ну, короче, как-то так. Оставим пока так. Попозже я еще помучаюсь, и в следующих роликах, наверное, вам покажу, нашла я эту косточку или нет, и что такое там внутри. Может, ну, тут я уже... Я чувствую, что она, вот она есть. То есть, слушайте. Слышно, да? То есть, она есть там. Но ее нужно, короче, видимо, всю полностью тут обрезать, чтобы найти хоть что-то. И она, по всей видимости, белая, кстати. Ой, я за сегодня уже, честно, так устала. Я давайте вам потом покажу. На сегодня это все. Я все вам показала. Смотрите, был у нас с вами вот такой вот огромнейший обзор покупок. Кстати, вот эти все покупки, абсолютно вот все вот эти покупки, вместе с мясом, еще там вот его не видно, я унесла в рюкзаке. Две ходки сделала. Еще даже чуть-чуть места оставалось. То есть все это я унесла, и даже вот вместе с той коробкой, вот вместе вот с этими, то есть все вместе я это унесла. Вот, все. Не буду вас задерживать. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вам понравился ролик такого формата, потому что что-то стараюсь для вас сделать новенькое. И напишите, какого формата вам нравятся ролики на моем канале. Обязательно напишите. Обязательно подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новый ролик. Ставьте лайки, лайки, лайки. Так, пишите комментарии. Всем пока-пока. С вами был канал Art Mania.